Всем привет, с вами Онкель Снайк, мы продолжаем за Испанию. Итак, начало у нас колониальных войн, точнее продолжение. Мы должны отнять то, что принадлежит нам. Итак, не тот городок, мимо которого мы проплывали, я решил, что нужно остановиться и заняться им всерьез. Так, городок маленький, вряд ли они один таран смогут у нас сжечь. Вот тут, блядь, Табардария. Ну все, с ними там аккуратненько сейчас будем разбираться. Теперь самое интересное. Прокладываю курс, мёрт. Так, самое интересное, блядь, а генерала-то нету. А мы сможем? Пыль под ногами султана. Ялла, султан желает вашей смерти. Неверные. Пыль под ногами султана. Все на берег, Камелор. Ай, блядь, пушка, сука. Да? Блин, без пушечки придется атаковать. Блин, что-то я не доглядел. Вот этого пехотинца можно было от него избавиться. Жду приказаний. А? Прокладываю курс, милорд. Что прикажете? Атакуем. Так. Передать управление. Нет, не передавать. Итак, против нас. 1500 мамилюков. И битва за... 1-1. Битва за колонию Луанда. Поехали. Так, ну что ж, будем действовать группой. Отталкиваясь от пикинеров. Так, пикинеры строятся. Вперед поставил метатели дротчиков. Всадники пустыни, конные стрелки. Так, не убегать. Огонь. Милорд, удача отвернулась от нас. Мы должны что-то предпринять, пока враг не закрепил успех. Лучники пустыни. Так. Бегом. Давай быстрее. Убрать. Убрать. Ага. Мамилючники. Бегом. Давай. Промах, бля. Еще. Отличное попадание. Вперед. Так, что там у нас с легкой кавалерией? Надо убрать вот этих ребят. Дротчики. О, хорошо. Все, побежали. Отлично. Назад. Так, теперь пошла опять. Вот так вся братва. Вперед.
хава на подмоге, и здесь стрелковые верблюды. Ох, как. Арабские конники хорошие ребята. Ополчение с копьями. Так, ну все, теперь снижаем скорость. Стоять, блядь. Брошу легкую каву в атаку. Враг одерживает верх. Только чудо может спасти нас от поражения. Хуйня. Терция еще не вышла. Прикончить бедуинов. Работаем. Работаем, работаем, работаем. Враг одерживает верх. Да как так? Только чудо не может пизди. Спасти нас от поражения. Так, арабская кавалерия. Здесь кто у меня? Садники бедуины, похеру. На центр. Арбалет, стреляем, ребят. Уходим, 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 уходим. Блять, кто-то там навалился. Бедуины. Открываем проход. Херня. Блять, уходим сквозь строй. Схлестнулись пикинеры очень жестко. Блять, бедуины, опять бедуины. Сука, наших нагибают. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Эй, блять, центр, сука. Мы обречены. Молите Господа. Нихуя себе сломали центр. Выбили верблюдов одних. Мечники. Блять, заняты. Без генерала тяжело. Блять. Так, тут терция еще держится. Что по каве? Вперед. Блять, или сразу пройти здесь через центр. Так, что у нас? Ну, конечно, армия-то ополчение сплошное. Да, без генерала пики очень плохо стоят. Всадников бедуин держим. Блять. Бля, 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 бля.
нет. Спешишься, конники. Не айс. Так, кого-то выбили там. Кого-то выбили наглухо. Стрельба. Давай по своим. Хера тут терция держит. Не терция, это кинеры просто. Лишь бы с тыла их не прокачали, блядь. Эй, где мои-то? Ну пиздец, битва за колонии. Построиться. Враг потерял половину бойцов. Это круто. Уходим. Полководец бежал, бросив нас на поле боя. Поступок недостойный воина Господа. Развернуться. А, блядь, это же эти. Так, отходим. Блядь, побежали. Отходим туда. Тю. Блин, нет. Да, блядь, смотри, пикинеры стоят и все. Пиздец. Враг одерживает верх. Только чудо может спасти нас от поражения. Да, я согласен. Это кто, блядь? Бунтуют. Грязные бунтовщики. Бля. Держим. Ну, хуй выходите, это, блядь, присоединяйтесь. Лучники пустыни. Вышла, блядь, пушка. Так стреляй тогда, раз вышла. Назад. Блять, убегает опять кто-то. Ну, нормально мы, блять, колонии. Ладно, я понял. Колонии не восстановить, блять, походу. Враг одерживает верх. Колонии не восстановить с помощью, так сказать, легких войск. Ох, блядь, как-то колупнули верблюда. Так, здесь порядок, дальше. Нам нужны... Враг обескровлен. Мои пикинеры побежали. Так, здесь... Враг одерживает верх. Только чудо может, да хули чудо, осталось-то, блядь, две кавалерии. Ладно, давай хлопнем лучник Фомана и пушку. Да, без генерала что-то вообще кисло-кисло. Их полководец бежал, как последний, да, не уже, друг, блядь. Вперед! Сука, победа пушка близка. Еще зарядила. Пушку убрать. Вражеский полководец – бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Это хорошая новость.
Пушку убрали. Лучники Амана. Все, окуклились. Так, здесь что? Враг одерживает верх. Только чудо может спасти нас от поражения. Нихера. Все, встаем. Пики опять сломали. Да что так, пикинеры просто геройские здесь. Геройски отработали. Так, давай, что там у нас? Кто, бля? Ага. Их полководец бежал, как последний трус. Вот вперед! Этого челом бы надо догнуть. Сука. Не знаю, что здесь будет командовать. О. О, есть еще пехота. Так, пока никто никуда не уходит. А, бля, где пушка-то? Бежим к пушке. Давай до последнего. Вражеский полководец бесчестный трус. Да. Он бросил свою армию и бежал. Уже трех полководцев мы нагнули. Но нам от этого не легче, бля. Пиздюки. Этих надо нагнуть. Атака верблюдами. Враги бегут с поля боя. Наказать. Покажем этим трусливым смертам. Итак, битва за Луанду, походу, будет проиграна. Но те, кто высадились чуть раньше, у тех шансы есть. Бардария. Так, к нашей пушке бежит пехота. Если что, будет принимать удар на себя. Горячие, да, горячие парни. У них еще три отряда, не знаю, бля, с такими топорами. Да, тут натуральный крестовый... Ох, блять, минус два. Натуральный крестовый поход надо объявлять с рыцарями, со всей темой. Но тащить сюда еще раз, я не знаю, надо как-то превозмочь этот момент. Либо из Туниса выдвинуть еще племена. Идем, короче, в этот обход. Мы обречены. Молите Господа, чтобы он спас нас от поражения. Да ебать, ты мне тысячу раз уже это говорил. Блять, ополчение с пиками. Так, значит, у нас против нас играет два отряда Табардария и один генерал. Угу. У нас есть кавалерия, чтобы задержать. Чего вы там докопались до них, до этого зеленого треугольника? Уже могли бы бросить их. Так, это что, это не лучники ли вернулись случайно?
нет, еще тяжелая пехота. Блять, не могут они от них отвязаться. Ну все, теперь к нам. Готовимся. Жаль, нельзя, как в Наполеоне или в Империи, уже заранее зарядить пушки. И вмазать по подходящим войскам в нужный момент здесь. Пиздец. А вот и Гена. Пиздец. Они не зарядятся. Есть, ребята, есть. Пробуем отвлечь. Давай чуть-чуть в атаку. Чуть-чуть. Хоба! В атаку. Убираем. Блять, ну не в своих же, ебаный насос. Молитесь, чтобы наши конники остались в живых. А мы сейчас, походу, можем затащить. Мы можем затащить чисто из-за огнестрела. Сука, на... Отлично! Это просто эпик! Эпик батл против... против тяжелейшей пехоты генерала и трех и двух капитанов. Ёптать! Вот это пиздец! Чисто огнестрел, огнестрел и верблюды. И пушка, конечно. Да, это просто мощно! После сокрушительного провала, вот здесь, провала нашего центра, это именно центр был пробит и развалилась вся наша армия. Геройская битва вот здесь вот последних пикинеров, геройский до последнего, и, конечно же, картечь, которая сделала сегодняшний день, так всего сказать, 1700 из 2000 били, ахуеть. У 400, 2200 у нас было. 440, ебать. Вот тебе и Луанда. И что нам теперь с этой Луандой делать? Хоть обратно на корабли грузись. Там же, по-моему, еще один стек у них стоит. На подхвате. Ебать. Гену дали. А, блять, мы еще и выжили. До приказаний. Рад служить. И да благословит нас Бог. Начинаем осаду. Ваше величество. С нами Бог. В атаку. Блистательная победа.
Господь даровал нам победу. Отлично. Так. Ёптва. Так, ну пикинеров-то я думаю вот так вот совмещу. Этих, наверное, так. До приказаний? Да? До приказаний? Кто прикажет? Вот так. Дротики понадобятся, это понятно. Пушка. Лучники. Угу. Надо, кстати, сохраниться. Низкие налоги сейчас починим. А, вон что здесь. Блин, даже, наверное, придется сначала церковь возводить. Но тут пиздец. Арабские конники. Раз, два, три. Бля, тут тяжи. Мне кажется, это нереально удержать Луанду сейчас. Приказывайте. И да благословит нас Бог. Ёб твою мать. Фух. Блин, ну неужели сюда? Ну блин, 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 блин. Я хотел с легкими войсками захватить. Но вопрос-то ведь не в том, чтобы захватить, а в том, чтобы удержать даже, да? Можно построить как-то грамотно оборону. Рад служить. Почту за честь. Угу. Ну вот с этим-то хером что делать? Неверный. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Четыре тяжелейшие пехоты и... Четыре тяжелейшие пехоты и спешившие конники, пять отрядов. Ну, то, что у них генерала нет, конечно, тоже плюс. Приказывайте. Блин, за наемниками бы сходить, может, у них здесь есть. Мы сохранимся, я попробую наемника еще одного выхватить. А, никого нет. Почти. Ладно. Угу. Тогда нам нужно Саредо срочно выхватывать людей и рвать на Луанду. Бля. Колониальные войны. Фух, это жесть. Не то, что было на поле боя сейчас. До сих пор себя прийти не могу. Сейчас будет осада 100%. Так, что по Парижу там? Сидят родимые. Приказывайте. Лучники. Кого мне сокрушить? Куда мы нанесем удар? Может, вот эти алебарды-то убрать все? Кто прикажет? Марш! Объединяемся! А сюда отправить. Так, сколько надо? Троих? Пять, да? Пять, пять, пять. Куда мы нанесем удар? Раз, два. Да? А, не пять. А, пять этих. Так, арбалетчики. Да, лучников я уберу, а. Да, милорд. Отделяемся от армии. Объединяй войска, милорд. Что прикажете? Ополчение с арбалетами лучше, чем крестьяне. Ваше величество. Разделяем армию. Кого мне сокрушить? Что прикажете? Ну и, наверное, пику. Пику, пику. Пика, пикачу. Если будет контратака, будем хлестать из фаланги пушками. А сверху крыть арбалетами. Такая оборонительная. Куда мы нанесем удар? Оборонительная армия, зато все ложки, петушки все здесь остались. Так, здесь французы же у нас. Ну, апгрейд какой-то. Видимо, здание построились. Так, ладно. Пусть двигается. Что у нас? О, Британия.
А если... Так, а если мы отправим шпиона, 48 шанс открыть ворота. Мы возьмем вот этих вот легких парней. Есть. Бля, нет, стоять. Мало. Лучников еще. Так, городское ополчение с баграми. А теперь 7-6 мало. До приказаний, да? А, объединяем армию, милорд. Так-то у меня генерал может сходить. Получить бонусы. Мы отправим их в ад. 5-3, автобой. Есть. Они получили то, что заслужили. Ограбить, уничтожить. Мы захватили селение врага. Давай награбим. Куда мы нанесем удар? Ты давай домой. Войны, марш! Теперь что у нас тут есть? Башни с баллистами обязательно. Переобучение. Не, переобучение. А, переобучение, видимо, на оружие. Нет, я бы... Так, как лучше сделать? А, секунду, я знаю, как лучше сделать. Давай посмотрим найм. Элитные лучники. 185, нихера себе. Ополчение с луками. Офигенно. Сейчас починится еще казарма. Туда вообще будет нормально. Давай тогда этих переобучаем. А, тем временем в Лондоне. Я думаю, можно также продолжать вот эту пехоту нанимать. И в Лондоне надо все-таки пушки брать. Не всегда так нам может помочь шпион. Вдруг что? Испанский шпион. Сохраняемся, да? Вот теперь Ноттингем у них стоит. Убийца ждет. Здесь можно свои гильдии организовать, я считаю. И нам нужен... Так, или дворец наместника. Да, дворец наместника. Угу. Тут мы видим десанты. Кто вышел? О, огнестрелы. Нифига. Бля, кто пойдет-то? Что прикажете? Вот кто пойдет. Объединяем войска. Так. До приказаний. Марш! Да. Вот кто пойдет. Нам есть что противопоставить. Возьмем наемников. И выдвигаемся сюда. Я знаю, зачем они сюда высунулись. Они хотят забрать себе Лондон. Так, арбалетчики, конечно, дороговаты. Так, на чем остановились? Мне позвонили. Мы собираемся... Рад служить. Так, мы собираемся противостоять... англичанам. Огнестрельный стек. Тогда нам нужны конники, которых не жалко. Здесь что мы можем противопоставить? Конечно, бы хорошо нанять родных своих. Да. И походу побольше вот этих побольше надо нанимать тоже.
кого мне сокрушить? Что прикажете? Одну каву даже я отправлю сразу сюда. Приказывайте. Огнестрельщики. Куда мы нанесем удар? Нет. Дворец удовольствий. Вот эти уже поинтереснее, ребята. Да, сейчас тут будет заварушка. Хотя неожиданно Ноттингем вылетел, ребят. У англичан просто слетел. Давай-ка сюда отправим огнестрела. Лондон набьем опять этими простыми парнями. Укажите врага. Наемники есть? Нет. Все, давай сиди. Сохраняемся. Так, ну что? Сейчас посмотрю, сколько идет запись. Так, ну я думаю, еще можно сделать ход. Так. Париж. А, здесь что такое? Казармы Иберийской стражи. Я думаю, надо уходить в нормальные налоги. Иберийская стража. О, какой стек. Замут вашу проблему. Конечно, милорд. Правитель святой, наследник фракции, бля. Убийство? Диверсия? Нет, диверсию не будем. А какие у него свойства? Отравитель, в принципе, должен был. Кого мне? 21. Ну, нихера себе, так-то у него 10 звезд. Ну, у них, блин, бонусы, да, не прикончишь. Еще один англичанин идет. 54. Бля. Ну-ка этого попробуй еще раз. Есть. Все, этого прибрал. Что-то мне подсказывает, что придется... Блять. Что-то мне подсказывает, что придется в поле хлестаться с ними. Ну-ка, выйди-ка сюда. Куда мы нанесем удар? Мы создадим огромную и грозную армию. Наемные арбалетчики со щитами. Пикинеры. Раз, два. Так, в принципе, чего нам не хватает? Не хватает только пехоты. Укажите врага. Так, не хватает пехоты. Ваше величество, приказывайте. Даже я бы, может быть, встал вот сюда на бугор. Вместо этой пушки бы взял вот эту ракетную установку. Так, вместо вот этих взял бы иберийцев. Еще одни арбалеты. Пушка. Что прикажете? Укажите врага. А нет, пушка же может дать картечью, в принципе. Приказывай. Ладно, оставим так. Здесь какой-то агент, лазутчик. Давай сюда. Фух. Блять, а вот огнестрельщики тут. Ха, требуше. Дальше требуше наймем. Ни разу не ел требуше. Еще арбалеты. Сохранится. Ну, тут сейчас мясо будет. 100 пудов. Так, сейчас пробегусь по строительству. Ну что, делаем ход. Сейчас будет мясо. Чувствую я, сейчас будет мясо. Погнали. Бля, забыл подвинуть. Ох, ёпта.
А, сейчас вылезет стек. Ну ладно, придется разбивать в поле. Так, вот что мы видим. Нас атакуют немцы под Реймсом. Ферран Гильельмо против правителя Танкрида Святого. Мы, естественно, эту битву отложим на следующую серию. Ну и чтобы не затягивать, говорю всем пока. Ставьте лайки, пишите комменты, приходите на следующую серию. Именно с этой мясорубки начнется наш новый этап прохождения. Что-то я уже устал. Ладно, все, давайте, пока.